Сейчас я посмотрю размер. Внутри 4,23 на 4,23. Угу. Сколько? 4. Вот с кладовкой я хотела. Блин. Вот если такой поставить, вообще красота. Здесь можно банки поставить, все стеклянки. Эти, ну, варенье, да? А? Он больше. Ну, я видела этот больше. Да, это 4 раза, а так он... Вот что такое сразу не поставили? Мы не видели. 5,60. 5,60? Если бы мы бы видели, мы бы этот поставили, да? Сразу. Ну что? Тут сауну можно поставить. Да? $6,299 стоит. Так, а этот? Ничего, я загнил уже, подал весь. Как образец. Ну, как образец. О, лодка, видишь? Да, тут сгнило. Ну, не был это, просто образец. И сверху не накрыто. 3,479 стоит. Такой домик деревянный. Это, конечно, в евро, да, чтобы вы знали. Угу, это что? Ну, смотри, это не широкое. Ну, 4 сантиметра. Ну, этот почти такой же, только без кольдымки и... Вот так шире, чем меньше. А, туда шире. Угу. И два окна, видишь? Ну, зато смотри. Зато здесь этот есть, как хорошо. Вот из-за этого... Нет, лучше тогда я вот такой возьму. Сверху. Чтобы здесь сидеть, и голову бы мы не забили бы. Что строить, чтобы... Да? Чтобы это, здесь можно поставить столик и стулья, и гриль, и можно было посидеть. А он и в длину, походу, да? Ну, чуть-чуть туда. Маленько шире. Ага, 17, ну-ка, сколько? Вон. Отойди чуть-чуть сюда. 5,499. И вот образец. Угу. Так, значит, 610 на 120, 91 размер. 5,98 на 5, почти 6 метров. И цена вот, пожалуйста. Цена 5,499. Ну, такие домики у нас в Германии продают. Два окошка. И посидеть здесь хорошо. Здесь бы мы закрыли бы за это, чтобы не дуло, и все. Да? Здорово, конечно. А что это тебе кажется? Нам бы хватило. Ну, нам. И вот этот под... Этот под машину, капот для машины, еще вот этот. Думаю, для машины. Это хорошо, да? И крепкий, и там, вон, смотри. Тоже большой.